Краснохвостые, откуда у тебя тачки? Это тоже зеленый. Красивый, да? Поближе покажем. Четкие. Четкие голуби, реально. О, молодец, четкие. Да, я кину, покажи. Кто нашу традиционную голубей держал, везде я поеду, покажу. Это на самом деле так, это я показываю, я доказываю. Друзья голубеводы, всем привет. Мы в Краснодаре. В этом видео покажем у Руслана голуби. Мы находимся в Краснодаре. Сейчас спросим, расскажет про эту птицу. Кто на голуби у тебя давно держишь? Давно держу, брат. Армянские голуби, Ереван. Да? Да. Ты сам откуда? Сам с Еревана, с города Еревана. Ты с Еревана, да? Да. Сам привелся оттуда? Нет, мне отправили, брат. Отправили? Да. А, красивые голуби у тебя. Не, крыша мне, все крыши, старики, шейки, все крыши, брат. На крыше? На шее, желтая шея, черная шея, сизых стариков крыши. Здесь такой пол молодые, которые вот мрамор шея недавно купил, привез. Вот смотри, мрамор шея есть. Красивая птица. Вот это голубь, я не такой, только Ереван я видел, да, где, сейчас покажу. Где это голубь? Вот это голубь, вот. Черношея красавица, брат. Вот. Видишь, брат, вот это голубь. Да. Вот. Лёд, игра, как у них? Тут сейчас несколько штук только не подымем, да, креста, бля, кину, брат. Несколько штук сейчас кинем. Которые не потерялись, да, сейчас. Потом шейки кинем. Вот. Вот их он кинет. Краснохвостые, откуда у тебя тачки? Это тоже с Еревана, брат. Красивый, да? Поближе покажем. Четкие. Четкие голуби, реально. О, молодец, четкие. Да, я кину, покажи. Вот это? Да это не, брат. Давай я этих выкину по очереди. Ты, брат, это сильно не надо кидать, это, брат, мой. Красавцы, ты потеряешь, брат. По-братски. Я сильно кину. Не, брат, это что, на хвост, если потеряешь, брат. Рассказывай, вот откуда такая птица? Лёд, как отличается? Ты у нас... Тихо, мирно держишь, но у тебя да. Сильная птица, я вижу. Покажи, что это здесь мешает. Вот это тоже здесь кривоноса, малина, есть вот эту уголь, вот, смотри, брат. Ну это навряд пустится. Навряд это пустится, брат. Пошел. Пускай пустится, если пустится, хорошо. Вот это армянский. Чернохвостый голубка, брат, вот. С Еревана, брат, вот. Это мои съезд, покойный, он умер. Я у него забрал, вот это чернохвостый, мои краснохвостые, красношей, желтошей, это от мои сын. У него бой, брат, вообще по-другому. Кидай, сильно не кидай по-братски, брат.
вот сам вот так сидит, ладно, на хвостом. Напугай, пусть покажет нам, да? Я вижу, хороший гон. Я вижу четкий голубь в таком экологически чистом месте держит человек. Четко все красиво, четко. А ему расскажи, как он болит. Для нас человек выгнал голубей, не хочет их вверх сильно кидать, видите, птица серьезная, я вижу, а сами сорвались. Вот, вот наш голубь. Вот, вот наши голуби, которые у моих хороших друзей, знакомых привезли, мне показывают, рассказывают. Это все наши птицы, которые сидят у каждого. Брат, у меня крыша, встань там, давай открой, посмотри. У меня все голубые крыши, брат, старые вот эти шейки, мейки. Вон. Друзья, я вижу уже, какие там голуби, я сейчас вам покажу, сами убедитесь. Расскажи, пожалуйста, мне очень интересно, это что за голуби? Смотри, брат, шейки все, это с Еревана. Вот, красная шея, желтая шея, черная шея. Из Еревана? Да, брат, вот это все. Ничего себе, они красавицы у тебя. Это вот... Эти стариков, да, брат? Молодых гоняют, друг, потеряют оба берет там. А этих стариков, да, вот, видишь? Молодцы, не, хорошие головы. Самое главное, не где кто держит, а вот... А. Да, ну, постали больше, чем это зеленый, брат. Самое главное, что у такого голубевода скромного сидят хорошие голуби. Не просто так я сюда приехал. Хорошие голуби. Вот видишь, брат, шейки. Можно идти, и лед покалал, и бой. Да. Просто это все четко видно. Все мне интересно, да? Вот по Краснодару даешь эти голуби, знают люди? Вот, ну, брат, кто знает, кто не знает, не знаю. Ну, я вообще не продаю, я люблю. Просто я вижу, что четко. Я не продаю, брат, я их люблю. А. Вот. Бывает молодых, потеряй губа берут. Ты видишь шеи какие, брат? Да, четкие. Бой четкий увидел. Вот как армянский голубь играет? Да. Ты отличаешь разницу? Они разные, брат. На лентовые есть такие. Сизи есть лентовые, просто вот боюсь губа забрать, брат. Здесь есть сизи, его кидаю. А ты, откуда у тебя такие голуби? Тебя кто-нибудь держал? Это покойный Маис, Геленджик армян. Я это голуби почти все у него, брат. Он со мной хороший, я у него мне отдавал. Да, мы с ними хорошо. Вот почти все мои голуби, даже кольцованные Маис, Маис, ты написано, брат. Да? Это все голуби почти майсовские голуби. Ты один в семье держишь или у вас кто-то вот держал до этого? Не, почти здесь все, брат, майсовские голуби. Я только держу, да. Я много места купил, привоз, убирал. Потом еще привез там, ну, остальные все майсовские эти голуби. Ну, майс покойный сейчас умер, нету. Да. Ну, ты с детства, шейки, да? Сизи, брат, да, вот белюси, вот это белюси голубь тоже. Майс Ереван купил, он мне отдавал, вот, ногу чулка, ты видишь, вот, старый голубь, брат. Вот. Ну, черная шея, смотри, брат, какие куклы, вот, пиде голубка, вот тут, красная шея, видишь, брат. Они не что куклы, они сам не знают, как бьют. Мне Лёва тоже штук 30 выделил, дарит. Таких мраморошей. Мраморошей. А. Лёва штук 30 меня выделил. Сейчас отвезу в Севастополь. Я в Крыму держу. Греф сделал, да, греф по-братски. Чтобы были у меня эти крови хорошие. Я вижу, видно, хорошая птица, видно. Знаешь, самое главное, что
их по всему миру армяне держат. И не то, что это вот в один день, это вот кто нашу традиционную голубей держал, везде я поеду, покажу. Это на самом деле так, это я показываю, я доказываю, что все народы имеют свои хорошие голуби. Что? Все голуби короче, все Россию. Потому что, конечно, оттуда едет, оттуда покупается армяну, с Баку, с Дагестана. По одному хороших берут и берут. Зачем по одному? По 100, по 200 штук покупают, привозят. Ну, у нас сложно, у нас сейчас сложно привезти. Вот я сейчас жду, 6 штук не можем 2 недели привезти. Вот мне Лена Аканский отправляет, я жду. Не можем никак довезти, сложно сейчас с этим. Ну, бомба, голуби. Такой откровенный разговор, как есть, так показываю. Имеется, везде имеется хорошая птица, они вы тут брат, не думайте. Сейчас нет. Есть люди, занимаются, всех есть, брат, хороший. Люди занимаются, держит, брат, сейчас каждый любитель. Есть люди мраморные, ахбашу, брат, я просто шейка, мейки люблю, вот эти. Хвостатых, это мои, я их люблю, да, брат. Но я увидел у тебя. Да, брат, люди разные любят, брат, понимаешь, мраморных, сизых, ахбашов. Каждый любит, да. Да. Мраморных, каждый что-то, белых, чугадых. Вот парочку на камеру покажем, чтобы все знали. Да. Держи, брат. Давай. Вот, друзья, вот это мои подарочки будут маленькие. Вот мои маленькие. Заберешь, брат, да. Если они хвости много будет, брат, смотри, 17 да. Будет. Если можешь держать, брат. Все, можем. Гарь, помоги, пожалуйста, этих птенцов забирай. Брат, да. Вот этих возьми, не урони только. Вот она. Это мой подарок, брат. Серьезно? Да, мне подарили. Вот таких красавиц двух подарили. Возьми их, мы их выкормим, да. Мы их выкормим. Вот это много хвостов будет, брат. 17 пёрый. Это армянский. Армянский, да, да, брат. Древние армянские голуби. Я буду искать хороших голубей. Потом всё. Приедешь, брат, я тебе краса шея, желта шея. Здесь просто перепаровал, да? Я да. Тебе сделаю, брат, каждый по пару сделаю тебе молодых. А ты же сам погоняешь, посмотришь. Да, спасибо, братан. Спасибо. Дай я тебе руку пожму, прям. Да. Мне погоняй, сам посмотришь, дай какой, братан. Они что? Бьют по разных. Винтовые всякие. Ну, разных есть, да, разных есть. Тут много уже коровы, я сам уже почти так. Смотри, сколько шейки. Mm. По одному покупал. С Еревана уже. А ты сам кто по национальности? Курт. Курт? Да. А. Наш человек, да? Ну, курт из Еревана, город Еревана жил, брат. Мы братский народ. Да. Всем привет передавай, кто смотрит нас из Украины, с Казахстана, с России, с Армении. Ой, сорвался. Пускай не надо, брат, а тут. Это шейку подержал. О, когда бьют, слышно, да? Когда бьют, слышно. Брат, ты шею брал, давно я закрыл просто, брат, вы приехали за это. А так я сильно не гоняю их шейки. А тот куда делал? Не, я не гоняю, просто вы приехали, я вас что так показывал. Брат, отсюда тебе сизит, вот. А вот еще один шейкер. Пускай выходит, это не пускай выходит. Вот сизик дам тебе, пускай это выходит. О, сизик, брат, хороший под аппарат тебе дам сизик. Молодых, вон сизик. Эли хайпеган, а? А, вон, а ты смотри. Бомбе? Что?
О, все. Давай, давай. Достойный голубь, который весь мир увидит, правильно, который ты можешь. Все так сюда не зайдет, брат. Это все сейчас ты поймаешь, заберешь. Черношеи молодых, даже я не успел гайнать, вот смотри. Я хочу их, вот, голубка, голубка, караваты, песа. Это твои молодые, да? Это мои родители Кришны, это пескуда мои. Они много пел, не широко хвост, а хвост, смотри, как будет широко хвост, а вот, смотри, хвост. Вот чернохвостик, где мне голубь есть, вот это. Всегда даю 17 перьев, вот это. Это мои, да, вот это мои с мне, вот давно отдали это мне, вот это вот. Так вот дают много пили. Родственник, да? Красавчик. Он гонял. Говорит, это откуда? Я говорю, это с Еревана, брат. Понравились ему, да? Да. Он еще хотел, но я уже не оправился. Чему? Ну, потому что мало, брат, что я оправлю. Ну, видно, да, что да. Птица хорошая у тебя тут сидит. Реально хорошая. Друзья, у кого был, все показали, но эти тоже достойные, я так скажу. Ну, спасибо тебе. Попрощайся со всеми. Спасибо тебе за подарки от меня тоже. Потом там и голубятники, да, брат? Надо, конечно, приехать. Сейчас еще пару слизи тебе дам. Давай, братья, хорошо. А, я сейчас покажу, какие еще даешь. Да. Пискуна, брат, никому не дай гайнай. Пускай коба заберет, но гайнай. Я потом тебе, если надо, еще отдам. Два сизи молодых, брат. Смотри, все, маска спасибо, какой, смотри. Они кроме красивых, знаешь, что будет делать, брат. Вот. Я их покажу отдельно. Я чувствую, что это... Ты мне отца показал, я тебе говорю. Да, вот отцу я тебе показал. Бомба, бомба, друзья. А ты шубаты всегда дают без шубер. Бомба, кровь хорошая. Старый, да? Да, старый, это голубь старый, 12 лет уже у меня вот это голубь. Все, брат, спасибо.